В дежурную часть полиции обратились журналисты из Уругвая, работающие в Сочи на чемпионате мира по футболу. Они рассказали, что ночью у входа в гостиницу оператор оставил сумку с оборудованием. При выходе ее не обнаружил. Журналисты были очень взволнованы и объяснили, что в рюкзаке находится взятое на прокат профессиональное оборудование стоимостью более 10 тысяч долларов. Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы обнаружить пропавший рюкзак. Уже на следующий день журналистов пригласили в отдел, где вернули потерянное. Мы очень довольны и очень удивлены, насколько быстро работает полиция. Мы не встречали такого у себя. У нас две радости. Уругвай победил и найдено оборудование. Иностранцев, довольных работой полиции, с каждым днем становится все больше. Полицейские возвращают болельщикам оставленные телефоны, кошельки, сумки, документы. В кратчайшие сроки восстанавливают потерянные миграционные карты. Гости чемпионата благодарят полицию даже в социальных сетях. Так трогательный пост опубликовал на своей страничке в Фейсбуке болельщик из Перу Диего Мота, которому помогли вернуть деньги и даже накормили.